Ну, поставки. Да. Ну, тоже На нем можно графики строить, но я так и не научился. Счеты в эту жизнь. Этот сложный, наверное. Ну, они аналоги практически. Рабочие? Да, оба. Один институтский, другой мой. Искра. Только эта искра точно такого же плана в служебном романе появлялась в нескольких эпизодах. А это тоже, да, счетная да. Только это не ВК-1, это иностранец. Я точно такое же видел на разборке. Невосстановимый. Все пружины, все уничтожено. Ржавчина. Это кассеты для, да, для программы? Да. Вектор. Да, наш Кишиневский. Такой шлейф куда? Да. А это от него приставка, дисковод? Здесь дисковод и электронный диск. То есть что-то типа современной флешки. Охренеть, да. Это его... У меня такая была, у меня такая есть книжка. Где-то. Ну, есть два варианта. Есть вариант с цветными, а есть вариант черно-белый. Да. Кто-то скопировал. Если на это есть, все абсолютно. Офигенно было. Такая была связь шикарная. Другие телефоны имели. Это тоже Эриксон? Да. То оба Эриксона, просто с усиленной батареей. Типа, был еще какой-то. У меня такая, у меня была ЕСКО с кнопкой турбо. Я ставил. Больше мегагерца чип на центральную плату. Ну, повышал, но было 4, что ли, мегагерца, я делал 6. Я его запускал на работе. Кассеты есть, все есть полностью. Те времена вышло. Не на обычном, на черном фоне. Короче, еще Так говоришь, что ничего не говорит. Слушай, реально, русский букв называется. Слушай, а что такое? Да. 64 килобайта оперативки, чувак. Другой сидит. Если не 13, то ошибки его не поймут, да.
я его помню, что был такой магнитофон, в основном было вот такого вот вроде электроники. Электроника. И там вот где головка, там постоянно да, отверстие можно... было разломано, потому что постоянно его крутили. Да. Там один-два бока. Один. В обменниках было четыре. Вон. Я весь на научился. Где-то в подвале там рядом с крыльем я оставил Астра 111. Там посмотрели. Ну, первого класса это вообще... Но он только повыше, это нулевой, а у вас? 110 вот этот, который с ручкой, а 111 с кнопками. Да, вот это как раз. Как нажимаешь эти кнопки, там такие подарки идут, потому что на этой плате переключили. 91-го. Вместе с секретом сидите. Деньги были. Да, никакой не было. Я хочу посмотреть. Круто. Когда яйца собираешь, было дело. Но это тогда было у... Это если у кого-то была такая дружка, то все в друзьях не улезли, чтобы поиграться. Это вообще что-то. Я был в Динарах, я снизу еще не был. И тут еще не знаю. Мы сделали на это. Короче, врезали сюда. Когда яйцо поступает сюда, то что с этого выхода, там 4 выхода, ага. Пошел сигнал. Да. Значит, Ну, будет обидно, я там заметил, как бы.